Насколько мне известно, до конца года должен быть разработан проект. Вы знаете, что этот объект, он является до сегодняшнего дня недостроен. Вот когда мне говорят о том, что парк можно вот на недострою по площади ходить. Уважаемые, уже много лет у нас есть парк Мангонаровский, который является сквер, Мангонаровский сквер, который является недостроен. Сегодня корректируется проектно-сметная документация. Я думаю, что если мы все поработаем, то в следующем году мы запустим этот сквер. Именно ведете в эксплуатацию, так как это положено? Именно ведем в эксплуатацию, потому что долго там надо было, мы проводили очень долго переговоры, чтобы проектировщик, с которым не рассчитались попередники, чтобы он отказался от авторского надзора, для того, чтобы мы могли взять проект и доработать его. Ну, то есть все юридические нюансы сегодня завершены, и сегодня идет там просто корректировка проекта.